Код 215. Фаза 6.5. Дневник ученого. День 227. Я никогда еще не видел таких умных и опасных существ. Тарадон был создан нашей командой ученых для успешной разведки местности, также ликвидации персонала, который незаконно сливал информацию о работе нашей компании. В ходе экспериментов мы поняли, что этот динозавр слишком умен и способен перехитрить человека. Действуя сообща, он может посеять страх уничтожить отряд до зубов вооруженных людей. Но вследствие электромагнитной бури, которая произошла на Исласпира, особи вырвались из клеток и теперь живут на острове. Данный экземпляр хорошо адаптируется к окружающей среде, а также он занял определенную биологическую нишу. Если вы встретите Тарадона одного, то знайте, что поблизости бродят его стаи, и лучше бы вам убраться поскорее от этого места. По протоколу 345 персоналу строго запрещено выходить на улицу после 20.00. В это время Тарадона начинают охоту, активно пользуясь своим исключительным ночным зрением и острыми серповидными когтями. Но их главное оружие – это яд. Они сперва выбирают цель, а потом атакуют ее, скрываясь во тьме густого леса. Они напрыгивают на нее с разных сторон, пытаясь измотать ее. И так до тех пор, пока жертва не умрет. Также наши солдаты постоянно слышали плач ребенка или другого человека в лесу и спешили ему на помощь, и они больше не возвращались. Полагаю, что эти существа могут копировать звуки других существ, тем самым заманивая их в свою смертельную ловушку. Получив с камеры наблюдения некий материал одного из наших ученых, мы поняли, что тарадоны очень хорошо действуют в стае. Их ум настолько блистателен, что они могут выбирать и нападать на ту добычу, которая в разы больше их самих. Используя тактику «укусил, убежал», они могут уничтожить одного из самых защищенных представителей острова Спира – тиранозавра. В ходе схватки мы видели то, что тарадоны в итоге одолели тиранозавра. Но по некоторым данным мы уверены, что сила тарадона заключается в лесу. Да, именно в лесу. Так как ночное зрение у многих существ в лесу ухудшается из-за плотной растительности, в которой как раз таки скрывают страду. Они стараются максимально использовать отведенное им время ночью для проведения охоты. А днем они обычно стараются не отходить далеко, чтобы пополнять запасы еды, а также выходят к речке, чтобы попить воды, но ненадолго. Днем они обычно ищут какие-то камни, пни или коряги, чтобы там укрыться. Но ночью они могут патрулировать огромные территории в поисках еды. На открытую местность они стараются не выходить, как там бывают крупные хищники, такие как карнотавр, амфираптор и цератозавр. Также некоторые из этих видов, точнее групп, если точнее сказать, обжили наши человеческие постройки. Наш персонал пытался тарадонов и освободить занятые ими нами постройки. Но у них не получилось. Стая тарадонов разорвала наш отряд. Как только экспедиция выдвинулась на их поиски и вернулась буквально с тремя автоматами и разорванными кусками одежды. Хочется также подметить, что тарадоны нами пока не очень хорошо изучены, потому что с этим видом мы пересекаемся не так часто и стараемся с ними не контактировать после недавних событий. Но я уверен, что как только протокол 6.5 вступит в силу, я думаю, мы сможем подробнее изучить этот вид и предоставить единственный экземпляр нашим главным ученым, который находится на острове Гейтвей. Код 217 за 6.5. Передаю указания корпусу Гейтвей.